Они на боевом посту и в праздник, но на этот раз демонстрировали навыки гостям. Для них организовали выставку вооружения и техники, полевую кухню с солдатской кашей и горячим чаем. Позже присутствующие почтили память погибших сотрудников отряда и возложили цветы к мемориальной композиции во славу Росгвардии. За годы службы собровцы испытали немало трудностей, теряли друзей, но продолжали выполнять поставленные Родиной задачи. Ребята росли духом, смелостью, закалкой. Впереди были командиры, за ними собровцы, командиры отделений, а это единая семья. И единая семья, она осталась, что было тогда во время образования СОБРа и сейчас, на сегодняшний день. В концертном зале «Свиридовский» прошло торжественное собрание, где отметили отличившихся бойцов. Сегодня специальный отряд проводит сотни мероприятий, в которых задерживаются десятки преступников в год. Они уничтожаются, задерживаются, и все это ради нашей безопасности. Сотрудников спецподразделения наградили ценными подарками, ведомственными знаками отличия и благодарностями. Медалью за оказание помощи войскам Национальной гвардии Российской Федерации отметили и самого главу региона.